Всем доброе утро, ребят. Особенно тем, кто не спит, ездит по ночным магазинам. В общем, поехали. У нас сегодня утренний обзор. Я уже давным-давно на ногах, и у меня день раньше начался. В общем, поехали посмотрим, что интересного на русском. И сегодня уже начнется новая гильдейская локация на русском сервере. По идее, должна на Тайване. Я вчера показал изменения. Что по пакету накопления? 2020, да. Блять, это просто бред полный. Это бездонатный герой, ребят. Так, выращивай призы. 1 плюс 1. Разбей яйца. Большая выгода. Сокровищница. Возвращение домой. Настолка. О! О! Так, время обновления мы забрали. Поехали на столка. Еще какие-то награды есть. Сейчас посмотрим, что там. Там заплюхи такие. Один пазлик, ничего себе. И что у меня тут есть? Скин на космо, которого у меня нет. Так, собрал. А, это награды. Маленькую помощь мы забрали. Карта богатства. Забрали парящий остров. Ну, такое, что-то особенного, чтобы было на русском сервере, нету. Шарика так и не запустили. Ну, шарик, скорее всего, будет такой, как и на Тайване. Просто на немке не было обмена. Поехали на немецкий сервер. На немке не было обмена. И, соответственно, у нас добавили обалденнейший обмен, как по мне. Так, давайте сейчас... Нам в рейды надо 3 раза сбегать. Надо как-то себя заставить фармить эти плюхи. О, нифига себе. Новенький календарь у нас. Сменка, карта. Ну, тоже неплохо. Такс. Такс. Что у меня по итемах? Сейчас посмотрим, чекнем. По итемах, ребята, у меня уже 75. Вот так вот, 75, нифига себе. Жестко. Ну, надо около 200. Так. Сейчас я чекну, что там на арене у меня. Надо арену регулярно бегать. Отлично, скинули. На арене именно фиолетовые очень хорошо падают. Ну, надо так, чтобы по кулдауну бегать. Блин, воодушевлений на аккаунте столько, что просто пипец. Тупо куча воодушек. Наверное, вторая эволюция, да. Ну, мы, думаю, его затащим. Сейчас немножко пробегаю, чтобы побыстрее зафармить. И, думаю, день-два я соберу все плюхи, я надеюсь. Я по максимуму стараюсь фармить все. Это хорошо, что топы поубирали свой деф. Ну, все опускаются таким образом, чтобы побольше затащить каток. То есть деф никто не ставит. Обычное, да, у нас было яйцо. Вот таким вот образом 5 каточек мы с вами затащили. А ну-ка посмотрим. Было 75, да? 80, отлично. Ну, показывает вроде одно, а падает совсем другое. Такс. По немке, в общем, разобрались. Сейчас чекнем, там Боди мне писал. Он мне подгончик сделал. Поглянем, чекнем, что там такое. Так, чик. Ого, нифига себе. Ну, спасибо, Боди. Нифига себе, подгон, ребят. Бомбический. Это, походу, на Вигеймерсе наборчик есть. В
Вообще огонь. 20 пыльцы. А что у нас по пыли? Сколько у нас там остров будет? Еще один день. 20. Ну, я потом заберу плюхи завтра, возможно. Либо сегодня попозже пооткрываю. Так, отлично. Ну, набор классный. У кого нету скинов? У меня нету героев, у меня нету Фреи, блядь. Все для Фреи уже есть. Так, поехали на английский сервер. Чекнем, что у нас здесь творится. Интересного. Так, update gifts. Опять открыли сундучки мелкие за 300 гемов потраченных. Да, походу. Ну, на русском я не знаю. Здесь уже, по-моему, два раза открыли, на русском еще ни разу не открыли. Сейчас, наверное, придется перезаходить на этот, на основной аккаунт. Смотреть там. Настолка есть, нифига себе, смотрите, сколько разных этих. Сейчас я перебегу бэриком на основной аккаунт. В прошлый раз у меня, по-моему, 60к ушло на это, если я не ошибаюсь. Блин, что-то подвисает так жестко. Сейчас перезапущу эмулятор, эмулятор тупит. В общем, неплохие выходные, я вам скажу, ребята. Хорошие плюшки. Такс. Я надеюсь, нормально перейдет. Без всяких этих приколов, как обычно. Ну, я же говорю, это просто трэш какой-то. Они с этими обновлениями нормально... Просто тупо выбивает. Просто бред какой-то. Я думаю, у многих такая тоже лажа. Как я это люблю, вы даже себе не представляете. Да ну нахер, вы чё, блядь, прикалываетесь, что ли? Я не могу просто тупо перейти на свой аккаунт. Ну что это за фигня? Вот просто уже начинает бомбить. От этой всей дичи. Сделайте, блин, какой-то переход нормальный. Уже запарило, вот реально. Наконец-таки. С третьего или четвертого раза, ребят, мы смогли нормально перейти. Просто трэш. Да, есть сундучки. Сейчас посмотрим на награды, на плюхи поменяли или нет. Нет, 200 так и осталось. Донатная карта есть. Вот так вот.
Так, есть у нас настолочка, такая же, как и на русском сервере. Да, один в один. Да, такая же, как и на русском сервере. Emulation Bonanza. Ну, все остальное по стандарту. Так, коллекционер. Вот так вот. Такой вот коллекционер за чемпиона, за берсеркера дают. Четвертые. Creation. Ну, такое. Так, дискаунт смотрим. О, уже по две. Нифига себе, разброс утекания. Это круто. Попробуем вытащить побольше скидочку. Вот заберем за 5К. Снеков хватает. Вот 10-я эмблема, неплохо. Вот две донатные карты. Сменки. Можно, кстати, монетки потратить. Вот реально, без донату на английском сервере тоже сейчас кайфово. Смотрите, забрали мы карты. Пятые карты 15? Да ну нафиг, донатные 10, две штуки, а эти 15. Вот можно забрать баги такие, ну, реально круто. Так, сундуки. Словили первый, словили второй, нифига себе, подряд причем. Смотрите, еще сразу три донатных карты. Сейчас откроем. Посмотрим, что с них упадет. Мне интересно больше наборчики за пыльцу. Оттуда добить. Давайте еще. Что у нас тут есть? Дискаунт стор. 15 сундуков за 8 тысяч. Офигеть. Дофигища они, конечно, хотят. Заберем за 6 тысяч. Ну, разбросы я забираю, потому что их реально очень сложно достать потом. Такс. Смотрите, оп, забрали и получили в итоге еще дополнительно еще 10 монеток. Еще карту. Супер. Что у нас в итоге получилось, ребят? Три донатных карты. Ну, реально, вот это вот самая обалденная тема в игре на сегодня, которая только может быть. То есть для бездоната это на сегодня самая кайфовая вещь в игре. Так, утекаха, ну утекаха у меня есть. Поехали еще пооткрываем, попробуем забрать. Не, не падает. А, давайте. Что такого интересного попробуем. Давайте попробуем найм, может что-то вытащим интересного. Надо ж на этом аккаунте самоцветы слить в ноль. Хоть когда-то. О, нифига себе. Нифига себе. Смотрите на этот прикол. Коллекционер. Чемпиона вытащили. Забрали скины на малыша Ника. И на ведьмочку. Нифига себе удача, ребят. Жестко. Мне кажется, мы тут сейчас все самоцветы просадим. И в итоге... Phantom King. Бигфут, Леди Лео. Кстати, неплохо падает.
Паладин, ниндзя. Посмотрите, сколько лех. Ну я так, я быстренько, землеройка. Я не люблю медленно ролить. Еще кучу плюх получили. Мне интересно просто посмотреть, упадут сундуки или нет. Последний сундук. Последний раз его очень сложно было вытаскивать. Около 60к на него улетело, и мы его таки не вытащили. Они, походу, шансы. Раньше было 16, до 20к уходило. Сейчас, как видите, не хватает просто даже. Вот у нас сколько там было? 40 тысяч самоцветов. 30 мы уже потратили. Смотрите, плюхи добавляются. Забрал, они еще приходят. Еще раз забрал. Но сундуки реально, это самый топчик на сегодня, что есть в игре. Так, давайте. О, нифига себе! Охренеть, ребят, мы еще берсерка вытащили. Я в шоке. Я просто в шоке. Это просто жестко. Охренеть просто. На английском вообще даже обмена нету. Вот так вот. Офигеть. Просто офигеть. Что, давайте дотратим уже. Просто в ноль спустили. Ну, тут есть, если что, на восстановление будет. Поехали сюда. Офигенно, конечно, коллекционера мы с вами собрали, я вам скажу. Не, видите, не дают просто тупо. Тупо последний сундук уже забрать так просто не дают. То есть 60 тысяч это как 50-60к. Как минимум надо, чтобы забрать вот эти вот плюхи. Там его, по-моему, за, если я не ошибаюсь, за донат дают. Сейчас чекнем по правилам. Три тысячи самоцветов, если купите. 3000 самого, это что у нас по пакетам? 3000 самов. Но все-таки да, сундуки порезали. Я еще одного берсерка вытащил. Офигеть, просто офигеть. Я ролил пацанам на АЭСе, нифига не выпало, видите роллинги. А здесь просто трэш. Так, что я хотел? Посмотреть что по шопу. Да, если даже этим это получается, то капак за... Ну, вообще, конечно, порезали жестко. Так, а что у нас тут по... Аккумуляция. Что-то аккумуляцию испоганили в последнее время, честно скажу. Печальная она стала. Да, ни о чем, короче. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока. Чек, ничего. Подождите, какое пока? У нас еще 3 карты. Какое пока, ребята? Влепили полукасику. Или карты мы откроем на следующий раз. Интересно будет накопить, посмотреть, какие дропы. Вот теперь всем точно пока.